Танцуют всем. Непрофессиональные танцевальные коллективы Московского района соревновались друг с другом на конкурсе «Старт Тинейджер 2017». Уже 14-м по счету мы болели за всех сразу. Тем, кто на сцене, все прощается. Так звучит главная заповедь конкурса «Старт Тинейджер». По сути, это соревнование между компаниями за звание «Самый классный». Здесь каждый хочет доказать, что именно он и его команда лучшие в танце. Кто кого перетанцует и станет звездой вечера? Сейчас мы это выясним. Народы России – тема конкурса этого года. Башкирские, татарские, удмуртские. Кому чей танец достанется, определяла жеребьевка. Участникам из Академии народного хозяйства попался танец Марийской республики. Учиться было поначалу сложно, так как они больше работают ногами, и вот опыты очень сложно, не давались поначалу. А что сложного в этом? Непривычно было. Мы очень сильно постараемся победить. Визитка, домашнее задание, батл команд, пар и капитанов. Танцоры сражались в 5 конкурсах. 120 участников, а это 12 танцевальных команд Московского района, готовились целый месяц. Больше всех повезло тем, кому достался родной танец. Чувашский танец олицетворяет нашу культуру. Репетирую, так что надеюсь, им очень понравится. Жюри будет оценивать костюмы, а также музыку, которую им подобрали, синхронность коллектива, ну и, конечно же, их улыбки. Самой лучшей команде достанется музыкальное оборудование. Спустя 5 часов непрерывного марафона наметились лидеры. Золото среди профессиональных образовательных учреждений взяла команда Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Команда Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы стала лучшей среди образовательных организаций высшего образования. И гран-при конкурса достался танцорам Чувашского института культуры и искусств. Юлия Важенина, Арена Гавелян, Республика.